Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Ori 2. Соленка. Окей, давайте с Гроумом поговорим. Муки, рассказали о твоем визите ко мне на родину. Точнее, то, что от нее осталось. Подтвержденные пустоши, значит. Видимо, настоящее название все забыли, если вообще знали. Герора. Так звался мой родной город. Город твердого камня и пестрого стекла. Исполинского сводов и высоких шпилей. Он заслуживает, чтобы о нем помнили. Будь у меня так, давайте мы используем у нас как раз это что. Так, расчистка входа в пещеру. Такое ощущение, что вход в пещеру вот-вот обвалится. Когда мы так горлели и бежали в шахты, пришлось научиться рыть тоннели. Если добавишь руды, я все починю. Ну, давайте пещеру сделаем. А, либо... Блин, ладно. Отлично, прямо сейчас я начну. Мне нужно всего лишь, ребята, два. Две штуковинки этих. Теперь в пещере безопасно. Во всяком случае, у входа. Но внутри надо быть начеку. Так, отмена. Рад был свидеться. Ну окей, так, что мы делаем? Ребят, я не помню, лазил я... Опа-на. Опа-на, что тут появилось. Я вообще этого места не помню, подождите-ка. Я, понимаете, дело в том, что я не помню... Я на записи разговаривал с вот этим челиком или нет? Слушай, насчет этой ветки. Унеси ее отсюда подальше. Разве ты не видишь, это уже не древесина, а камень. Дерево, с которого взяли эту ветку, не исцелить. А еще камень заразно. Мне как-то пришлось платить половину клумбы, чтобы от нее избавиться. Унеси ее, пока зараза не перешла на новую жизнь. Нужно будет хранителю древа сказать это... А пока что мы с вами сейчас взлетим сюда. Я хочу посмотреть, что вот это, блядь. Иногда я брожу туда-сюда, как раз мне довелось побывать у Светлых Озер. Там очень красиво. Их можно увидеть, если залезть на более колесо воротников. Если забраться на самом верх и оттуда двинуться на запад, вскоре окажется у Светлых Озер. Мне сказано, что здесь. Вот где. Родниковые поля становятся все краще. Все благодаря Грому. У него талант... Так, это было. Кажется. Я мог ошибаться. Тихо. Стой, кто идет? Проходи, иду. Подожди, а зачем я вообще сюда иду? Аху его знает. Тут есть вообще проход, только я не пойму, куда это проход. И как сюда попасть. Странно. Ладно. Тогда мы летим с вами сюда. Где-то челик. Я ему сдам задание. Потом мы с вами полетим обратно сюда. Я хочу копы там, где у нас были местности. Посмотреть, что в пещере той, которую мы добыли. Скорее всего, там, если будет труда, мы сможем еще с вами прокачать все домики для Моки. Видели, это подгрузка была мира. Когда луна светит ярко, моей деревьями не было числа. Я смотрел, как они растут, а теперь ночь темна, а деревьев у меня не осталось. Осталось лишь вот это, единственное семя, да, семя последнего древа. Не могу смотреть, как оно чахнет из-за упадка. Ты,
Возьми его в благодарность за помощь, пусть и за опоздалую. Семя древа. Вы нашли новый предмет для задания. Это последнее семя, что осталось у Ки, хранителя древа. И я вот не знаю, что вот с этими хернями делать, потому что мне их довольно много. А, сатали, первое дерево. Так, у меня много семян. Последнего древа вот есть. Рудник, скорее всего, мы как раз с вами сейчас и спросим у того челика. Подкопаем все, что где есть. Это там, где картограф. У картографа, если вы... Я показывал, интересно, нет. Можно купить те карты, которые показывают месторасположение всех так называемых предметов в плане сфер жизни, сфер маны и... Еще там что-то. Не помню. А, и сфера этих осколков. Так, давайте тогда я начну с этой стороны. Заметьте, что в песке я могу дышать. Странно. Фрагмент жизни. Да, а на видео у меня типа здесь два и здесь, да, кажется, два. У меня побольше там на видео. Ну, давайте дыхание под водой прокачаем. Не знаю. Ладно. Это как осколок считается или... Не, смотрите, мы теперь походу можем дышать под водой даже без этого. Ну ладно, это неплохо. Ай. Хоп. Так, у меня есть 6. Гром принес инструмент и расширил дыру. Оказывается, это вовсе не дыра, а целая пещера. Чтобы туда спуститься, нужен свет. Темнота сделает тебя больно. В смысле, у меня что, света нету? Ну, у меня есть освещение маленькое. Давайте мы с вами... И заметьте, что она никак почти не отображается, пещера. А, вон оно что имеется в виду. Нихера себе. Хм. Это сложечно. Мне нужно сделать так, чтобы меня не убила тьма. Опасная вещь. Ладно, где мы еще не были? Или из-за песочка не могли попасть? Вот сюда, да? А, ну... Подожди, а что это у нас локация хотя? Что это за спуск? Ну ладно. Если что, у нас есть еда, нужно еще куда-то еду будет деть. И лис я не знаю, как убрать. И с этим я не знаю, как разобраться.
Как мне расколоть эту херь? Странно. И главное, что и здесь так не попасть никуда. Ну там есть осколок. Нужно через низ как-то. А через низ фиг пойми как. Ладненько, что у нас еще тут есть? А я могу попасть. Не могу, ладно. Тут я не смогу забрать. Сюда могу попасть. Раз, локация. Вот здесь получается в горы. Два локации. Три локации, это скорее всего так мы обойдем. Я забыл туда сходить. Давайте, наверное, сюда, в почве логово. Когда Ивы не стал ее горько, так, заданием. Три огонька найти. Все, я понял. Ну да, в принципе, только сюда нам пока что. Пали летели. Если меня впустят в паучье логово. Ну почему я думаю, что это паучье? Потому что там паук был изображен. Либо это краб. Большой. Вниз, да? Так, ниже. Ну вот, я не знаю. А, нет, смотрите, что идет. Да, это похоже на паучиху. Когда пришла тьма, король отправил Моки в заросшие недра, но разведку. Но врата оказались закрыты. А теперь волк отправил нас открыть их. Все потому, что внизу заплатал огонек. Махонький. Сиротливый. Там темно, но ты его найдешь, если будешь сиять ярко. В смысле сиять ярко? Там тоже тьма? Будем тебя ждать и держать от тьмы подальше. Держись от тьмы подальше. Она поглощает. Спасибо, это уже сам узнал, когда пещера спустился. Ну что это за фризики? Вот, я хочу наверх залететь. Интересно, может он полететь высоко-высоко-высоко? Видите, там есть то, что мне нужно. Может, я могу отсюда? Взлететь высоко-высоко-высоко. А, бля, не могу ничего. Ладно. Ау. Кажется, такая себе. Ой-ой-ой, тут этого нету воздуха.
Паучье логово. Ну, хотя там была только паутина. Тут уже паутины нету. Нифига себе, это типа веревок? Ха-ха, прикол. Так, залезть. Это работает как мост. Я вас понял. Здесь глаза леса поглядели в бесплетной ночи. В этих лесах всегда было темно, но из-за упадка тьма стала гуще и опасней. Что они... Что это? Подожди, 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 мне туда надо идти. Я понял. Хочешь жить, иди за фонариком. А, ну они, в принципе, умирают. Все равно опасно. Огромное насекомое. Ха-ха, прикольно. Заметьте, что свет мне дают и враги. Но я потом эту локацию изучу, когда будет больше света. Куда ты меня ведешь? Ну я лучше за ней полечу. Надо сюда. Ну смотрите, я еще ни одного этого не упустил. Вот еще есть вниз. Спуск вниз есть. Окей. Наверное, с помощью ее выстрелов я помог это. Подожди, куда мне идти? Вниз?
Хорошо, я открыл себе свет. Окей. Ну, давай, пуляй, пуляй. Бац. Какого черта меня убила тьма? Я в свете был. Нам пока что туда я пойти не могу. Ладно. Так это никак не ломается, да? Окей. Светлячок, полетели. Вот я как раз, да, там заберу по пути. Лучше лететь на парашюте, чтобы примерно знать, куда приземляться. У меня их ноль? Лол. О, там семечко есть. А, бля, не успел. Ладно, потом заберу. Свет найду и вернусь сюда.
Это я понял, куда я вернулся. Нам сюда надо. Я молчу, потому что я думаю. И чё? А что дальше? Нахера вообще сюда лез? Подождите. Да-да-да. Можно вот это не показывать мне постоянно? Куда мне идти? Я запутался! О, все, сохранение, значит можно отсюда идти. Я понял. Опасная локация. Окей. Но пока что я еду правильно. О, не-не-не-не-не. По возможности хилимся. О, неужто, неужто? Свет, я получил свет? Яркое освещение. Вспышка, вас вали новое умение. Так, привяжите его к кнопке так, или удержите так. Так вы так начнете светиться и наносить врагам урон. Я хочу. Что? Ну это, знаете, можно на Е поставить, на самом деле. На Е, на удар.
Так, только вопрос, а как мне восстанавливать эту энергию? Ладно, давайте, я думаю, тогда мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.